Анонс и точка выхода 8 серии турецкого сериала «Бахар». 8 серия сериала выйдет в эфир 2 апреля. Ранее в сериале мы увидели Бахар, не подозревающую обо всех этих сложных отношениях. Ее ждет большой сюрприз. Ренжин опустошена потерей отца, увидев, как Тимур обнимает ее. Эврен начинает подозревать об их отношениях. Пытаясь прийти в себя, Ренгин упускает очень важную деталь. И Бахар жертвует собой, чтобы защитить ее. Умай и Парла встречают Рюзгара, и для них обоих начинается новое приключение. Селим не хочет больше скрывать то, что знает, и решает поговорить с Парлой. Ренгин пытается помешать разговору Селима и Парлы. А Бахар, которая не подозревает обо всех этих сложных отношениях, ждет большой сюрприз. 8 серия сериала выйдет в эфир 2 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.